Закон, который сегодня одобрен на заседании правительства, законопроект, это изменение в наш закон о так называемом вологодском гектаре. Закон действует с 1 апреля этого года, и практика его показала достаточно успешность и востребованность. Поэтому по поручению губернатора мы подготовили, что называется, второй пакет этого закона, то есть второй этап. И сегодня проектом нашего закона предусматривается распространение действия этих положений о вологодском гектаре еще на территории трех районов. Это Бабаевский, Харовский и Вытегорский. К тем трем районам, которые сегодня уже реализуют данный проект. Напомню, что это Вожегодский, Вашкинский и Никольский районы. Еще раз хочу напомнить, что сегодня в рамках этого закона земля предоставляется бесплатно гражданам в собственность из фонда перераспределения земель сельхозназначения. Закон показал, как я уже сказал, свою востребованность. Можно сказать, что на сегодняшний день у нас более 400 человек уведомили о желании получить землю бесплатно. И уже 275 заявлений было передано в органы местного самоуправления с необходимым пакетом документов. Правда, не все они были подготовлены качественно. В связи с этим часть из них была возвращена или отказана была в согласовании выбора того участка, на который указали заинтересованные лица. Но, тем не менее, сегодня уже по 107 заявлениям органами местного самоуправления принято положительное решение. 57 пакетов находится сегодня в стадии рассмотрения органов местного самоуправления. И 34 человека уже получили документы о праве собственности на землю. В общей сложности сегодня в собственность передано 247 гектар. А в тех районах, которые мы во вторую очередь подключаем к этому проекту, там еще подготовлено 1500 гектар в общей сложности по трем районам, которые сегодня в ближайшее время также будут занесены в государственную информационную систему «Вологодский гектар». И все граждане Российской Федерации на всей территории страны будут иметь доступ к этой информации и возможность свободного выбора земельных участков. Надеюсь, что эта инициатива будет поддержана депутатами законодательного собрания на ближайшей сессии. И мы предлагаем ввести вот эти изменения с 1 ноября этого года.